Ну что, всем здравствуйте, всем добрый день. Мы рады приветствовать вас уже на 7-м финальном дне нашего розыгрыша в рамках акции Green Friday. Всем добрый день. Итак, конечно же, мы сразу не перейдем к розыгрышу, не будем раскручивать рандомайзер, а дадим немножечко времени вам, чтобы вы успели присоединиться в комфортной обстановке для вас к нашему эфиру, и чтобы следующие 10-15 минут вы провели в комфорте и в интриге. Потому что сегодня, так как финальный день, да, мы разыгрываем финальные 3 подарка, и поэтому мы не хотим сразу к этому переходить, хотим дать немножечко времени, чтобы вы успели подключиться и занять комфортное для себя место. Пока мы ждем всех участников, давайте также знакомиться, пишите, с кого вы города, пишите прямо в комментарии город, из которого вы смотрите эфир. Это важно. Между собой, во-первых, да, происходит знакомство, не забываем про это. Если вы вдруг увидели какого-то участника из вашего города, то почему бы с ним и не пообщаться, пока у нас есть несколько минут, да, до начала эфира. Вот, понимаем, финальный день розыгрыша, но кто-то только сейчас узнал о розыгрыше, или плюс для тех, кто выполнил вчера условия и сегодня стал участником, мы хотим поподробнее рассказать, что же у нас происходило всю эту неделю. То есть, что за розыгрыш, что нужно было сделать, чтобы принять в нем участие. Поэтому давайте к этому перейдем. Напоминаем, что с 13 по 19 ноября в Greenway проходил Green Friday. Скидка до 50% на косметику, товары для дома, товары для детей, парфюмы, многое-многое другое. Зеленая пятница – это не только невероятные скидки и выгода, это настоящий праздник для всех партнеров и клиентов компании. Мы хотели порадовать вас, поэтому и объявили 7 дней подарков. То есть каждый день мы разыгрывали в течение 7 дней, включая этот, по 3 классных приза. А именно, то есть за весь розыгрыш мы разыграли 21 подарок. И что же это было? А было это то, что вы, да, можете видеть у себя сейчас на экранах. Это было 7 чайников СМЭК, 7 умных колонок Яндекс Алисы и 7 блинец Тифай. То есть, что нужно было сделать, чтобы принять участие в розыгрыше? Все максимально просто. Нужно было просто делать выгодные покупки со скидкой до 50% и участвовать в ежедневном розыгрыше 3 классных призов, о которых я сказал только что. Теперь по пунктам. Что же нужно было выполнить, чтобы попасть в нашу таблицу? И чтобы, мало того, попасть в нее, и если рандомайзер выберет ваше число, чтобы мы приняли ваш заказ, и вы стали победителем. Что же нужно было сделать? Нужно было сделать покупку от 50 PV и выше в период с 13 по 19 ноября до 23 часов 59 минут по московскому времени одним заказом. После этого зайти на сайт greenfriday.com и зарегистрировать номер своего оплаченного заказа для участия в розыгрыше. Ну и, конечно же, каждый день с 14 по 20 ноября вместе с нами смотреть прямые эфиры в официальном телеграм-канале Greenway Global, где вы сейчас находитесь, да, и смотрите этот эфир, и выигрывать. Это все, что нужно было сделать. Итак, ну что, думаю, что кто хотел, кто ждал эфира, подключились, уже все с нами, поэтому не затягивая, думаю, пора перейти к розыгрышу первого приза, а именно блинницы Тефаль. Поэтому мы с вами создаем интригу, создаем барабанную дробь, где бы мы ни находились, и с помощью рандомайзера выявим первого потенциального победителя. И первый победитель у нас с номером 4959. Также, если вы знаете, что вы точно находитесь под этим номером, пишите в комментарии, пока мы еще не нашли, что все, можете не смотреть, не искать, я здесь. Расскажите, как забрать свой приз. Итак, еще раз, 4959. Мы уже близко. 4959. Проверяем еще раз. Все. Итак, номер заказа 32900730. Еще раз, 32900730. ID 10041802. Ахлам. Итак, Ахлам Мухаммед Али. Если вдруг я где-то сделал неправильное ударение, прошу прощения. Сейчас модераторы проверят, чтобы у нас участник выполнил все условия. И если мне показывают вот так, это будет говорить о том, что участник выполнил все условия, он стал нашим первым победителем из 3 в финальном дне нашего розыгрыша. Также постоянно после розыгрыша, до розыгрыша, даже во время розыгрыша участники спрашивают, как можно посмотреть всю таблицу, потому что, напомню, нас сегодня принимает участие более 20 тысяч, а именно 20 948 заказов у нас находится в таблице. И как же можно всех найти? То есть, если мы сейчас будем пролистывать, это будет очень долго, и тогда наш розыгрыш дотянется где-то до января, я думаю, 2024. Поэтому вы можете сами ознакомиться с таблицей. Все, что вам нужно сделать, это зайти на сайт розыгрыша greenfriday.com и
на самом сайте, в поисковике, ввести свой ID и, соответственно, вас перебросит на таблицу, в которой вы можете посмотреть всех участников, найти себя и понять, что вы выполнили все условия, вы в таблице, это значит, что вы стали нашим потенциальным участником розыгрыша. Итак, я рассказываю, напоминаю, что у нас есть два правила. Если мне показывают вот так, это говорит о том, что участник выполнил все условия и стал победителем нашего розыгрыша. Если мне показывают вот так, это значит, что нет, он у нас не выполнил одно из условий. Вот как раз-таки с участником Ахлам Мухаммед Али, говорит, мне показали вот так, это значит, что участник одно из наших условий не выполнил. Поэтому мы продолжаем разыгрывать блинчик Тефаль среди других участников. Итак, следующий номер 6093. Так, мы будем долго сейчас побыстрее чуть-чуть. 6093. Еще раз проверяем, все верно. Итак, номер заказа 32923638. Еще раз, 32923638. Номер ID 20391183. Ильсияр Замилова. Сейчас также модераторы проверят, чтобы Ильсияр выполнил все условия. И если мне покажут вот так, это будет говорить о том, что все круто. А у нас есть первый победитель из трех. Если покажут вот так, мы будем разыгрывать до тех пор, пока мы не получим только вот такую реакцию. Только таких реакций они нам нужны, чтобы раздать наши классные подарки. Итак, также напоминаем, что у Greenway проходит очень много различных розыгрышев, очень много различных акций. Чтобы не пропустить ни одну из них, все, что вам нужно сделать, это подписаться на телеграм-канал Greenway Global, поставить напоминание и не пропускать розыгрыш, выполнять одним из самых первых, потому что, конечно же, есть преимущество у участников, кто выполнил условия, начиная с 13 ноября, по отношению к тому, что кто выполнил 19-го. Потому что кто выполнил 19-го, вы понимаете, да, что только со следующего дня, после выполнения всех условий, у нас участник встает в таблицу. Соответственно, чем раньше вы все выполните, чем больше будет у вас заказов, тем выше шанс выиграть. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, не пропускайте. Итак, конечно же, вот такое движение. Ильсияр Замилова, мы вас поздравляем, вы у нас первый победитель. Вы получаете у нас блинц Тефаль. После эфира с вами свяжутся, расскажут, как можно забрать ваш приз. А мы переходим к розыгрышу второго подарка. Это умная станция Алиса. 13027. Сейчас мы найдем этот номер в таблице. 13000, мы уже очень близко. 13027. Все верно. Итак, номер заказа 330-25001. Еще раз, 330-25001. Номер ID 205-38699. Светлана. Сейчас модераторы проверят, выполнила все ли условия Светлана. И если мне покажут вот так, это будет говорить о том, что второй победитель сегодняшнего нашего розыгрыша нам тоже известен. Светлана, если вы смотрите наш эфир сейчас вместе с нами, напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы здесь. Вы вот в таком вот положении находитесь сейчас. И мы буквально через несколько секунд уже огласим, победитель ли вы наш второй, или все-таки одно из условий не выполнено. Напомним про условия. Потому что, видите, бывает такое, что какое-то из условий может быть не выполнено участником. То есть первое условие, которое нужно сделать, это сделать покупку от 50 PV и выше в период с 13 по 19 ноября до 23 часов 59 минут по московскому времени одним заказом. После этого вы заходите на сайт, где проходит акция greenfriday.com и регистрируете номер своего оплаченного заказа для участия в розыгрыше. И все, это вот три основных условия. Четвертое условие, каждый день с 14 по 20 ноября нужно было смотреть наши прямые эфиры вместе с нами. Но, как показывает практика, если вдруг вас нет с нами на эфире, но вы выполнили все три условия, то не переживайте, вы все равно с нами. И победа будет за вами, если вы выполнили все условия и рандомайзер выбрал вас. В данном случае, как вот у нас получилось со Светланой. Светлана выбрала рандомайзер, модераторы все проверили, мне показали вот так, это значит, что Светлана, мы поздравляем вас, вы стали нашим вторым победителем сегодняшнего розыгрыша и получаете умную станцию Алиса, которую вы получите сразу после эфира с вами свяжется, расскажет, как уже можно ее будет забрать и получить. У нас остался еще один
желанный, я бы даже сказал, такой приз. Это чайник с Мэг. И сейчас мы определим третьего победителя и человека, кому же достанется этот третий приз. 13301. 13301. Так, еще раз, все верно. Номер заказа 3306122. Еще раз, 3306122. Номер ID 10322956. Елена. Также модераторы третий раз проверяют, выполнена ли Елена у нас условия нашего розыгрыша, которые мы рассказали про три простых условия. И на самом деле все в какие-то моменты, когда да, мы переигрываем, вот даже можете обратить чуть выше и вообще в таблице у нас есть некоторые заказы, которые помечены красным маркером. Это говорит о том, что участник зарегистрировал один и тот же заказ несколько раз на сайте greenfriday.com. Поэтому, если вдруг мы, да, почему и что проверяют модераторы, то есть если мы попадаем на человека, у которого помечен заказ красным маркером, то нам нужно время, чтобы проверить, какой это заказ по счету зарегистрированный. То есть если это первый заказ, человек становится победителем. Если второй, третий и последующий, то это говорит о том, что человек нарушил правила, и мы тогда будем переигрывать среди тех, кто выполнил все правила так, как они были написаны. Поэтому вот в этом моменте будьте внимательны не только в этом розыгрыше, так как да, сейчас мы определяем финального победителя не только розыгрыша сегодняшнего дня, но и розыгрыша всех. Так, не успел договорить. А почему не успел, договорю чуть позже, потому что Елена как раз-таки одно из условий не выполнила. Мне показали вот так, поэтому чайник с Мэг мы продолжаем разыгрывать с помощью рандомайзера далее. 5962. Так, 5962. Так, еще раз проверяем, все верно. Номер заказа 32918232. Еще раз 32918232. Номер ID 10003584. Ирина. Вот сейчас модераторы у нас начали работать вновь, чтобы проверить, выполнила ли Ирина наши три простых условия. Если Ирина сделала покупку от 50 PV выше в период с 13 по 19 ноября. После этого Ирина зашла на сайт greenfriday.com и зарегистрировала номер своего оплаченного заказа для участия. И все. Если она сделала это все, то значит, что она у нас станет победителем номер 3 и финальным победителем всего розыгрыша. Всем остальным, да, конечно же, хочется предложить, напомнить. И если вдруг вы еще не сделали, то обязательно сделайте это. Подключите, во-первых, уведомления. Во-вторых, подпишитесь на телеграм-канал Greenway Global, чтобы не пропускать следующие акции, которых очень-очень много проходит у Greenway. Потому что Greenway за то, чтобы радовать вас и то, чтобы вы принимали участие в розыгрышах и выигрывали такие классные призы, да, как умная станция Алиса, как Блин Сетифаль и чайник с Мэг, которым, я уверен, мечтают многие, хотят его. И тут его можно выиграть просто за то, что вы сами делаете покупки своих продуктов, которые и приобретали ранее, да, без скидки. Тут на них скидка до 50%, и мало того, что вы приобретаете свои нужные продукты со скидкой, так еще и принимаете участие в нашем розыгрыша. Ну что, интрига. Не хочется долго держать интригу. Ирина, мы вас поздравляем. Вы являетесь нашим третьим победителем. Вы выполнили все условия. Чайник с Мэг, он ваш. Со всеми победителями, кто у нас сегодня выиграл, а с вами сразу же после прямого эфира свяжутся и расскажут, как же можно получить вас, ваши призы. Мы вас поздравляем. Всем остальным, во-первых, не расстраивайтесь. Желаем удачи в следующих розыгрышах. На этом мы с вами прощаемся. Всем хорошего дня. До свидания.